Послание президента активно обсуждают в вузах страны, поскольку перед системой образования поставлены важные задачи. Отдельное внимание уделено учебным заведениям, где воспитывают будущих педагогов. Это соответствие потребностям экономики и подготовка кадров, востребованных именно сейчас, в нынешнее время. И второй момент по высшему образованию – это развитие академической самостоятельности университетов. Я думаю, это дает нам большие возможности для реализации тех задач, которые поставлены главой государства.